сейчас еду на карьер, где весной хочется на уток. Серая утка речная, думаю, уже ушла. А морская еще не дошла до нас. Так что, думаю, там ничего нет. Просто посмотреть. Может быть, осенью сюда больше и не приеду. Рябчиков очень много в этом году. Но за ними ходить, что-то желания у меня особого нет. Пустая трата времени. Во-первых, рябины много. Да вообще дичи в этом году очень много. Весна была ранняя, теплая. Сейчас только набирает влагу осенью.